О нарушении прав потребителей в торговле рассказали журналистам на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций. За 5 месяцев 2022 года в Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области поступило 170 обращений. Из них 31,8% касаются вопросов нарушения прав в сфере электронной торговли. Большинство жалоб потребителей касаются несоответствия товарообразцу и описанию, которое предоставлено на интернет-сайте продавца или интернет-магазина, а также отказу в возврате такого товара. В настоящее время в Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области поступают обращения от жителей, касающиеся вопроса возврата денежных средств интернет-магазинам Wildberries. Эта проблема возникла в связи с введением санкций против России. Данный вопрос по каждому обращению решается с головным офисом в Москве. Естественно, что процесс возврата денежных средств занимает значительное время. Необходимо подтверждение перечисления денежных средств, выяснение поступлений их в банк и поступили они на счет потребителя или нет. В связи с этим просим жителей нашей области, кто столкнулся с проблемой невозврата денежных средств интернет-магазином Wildberries, связаться с нами по телефону горячей линии нашего департамента 53-42-32 или направить обращение через Telegram-бот Комитета по защите прав потребителей или единую информационную систему защиты прав потребителей ЕТУТНШИ. Также обращение можно отправить через портал ЕГОВ, вкладку ЕОТНШ электронных обращений. Кроме этого, письменные и устные обращения у нас принимаются на ежедневной основе в рабочее время по адресу нашего департамента. Это город Петропавловск, Парковая 57В, кабинет 309.